Так, я просто покажу, как это, да, вот сначала. Надо копать будет там, да, ее? Я покажу, что это не знаю. Так, значит, тогда идем другим путем. Как это делать? Скатываем. Стоп, скатывать не надо. Вот, вы снимаете? Да. Вот конец, фал. Мы берем вот так его, делаем фал так. Угу. Вот. Сматываем. Он у нас между рук, вот здесь. Угу. Вот, прекрасно все. Так. Доходим до молнии. Молнию мы запускаем сюда, чтобы потом можно было застегнуться. Залезаем внутрь и продолжаем складывать фал до упора. Сейчас я к тебе туда пойду. Сейчас. Угу. Вот фал сложим. Фал сложим. Санкач, милости просим. Закрывай молнию. Молнию закрываем. Вот, Санкач, камера сюда. Ага. Вот я держу фал. Так. Вот он у меня. Ага, вот. Подожди включать. Так. Вот я держу фал. Так. Подается напряжение на двигатели, они работают, начинается подпитка воздухом. Включай. Вот, пошло наполнение. Мы придерживаем, пока полностью к стенке не встанут. Так, она напружинится. Вертикально. И когда не хватает сил, через руку пропускаем. Подожди, сейчас вот мы грузы. Я не могу удержать. Уже не можешь удержать. Так. Да, все, мы привстаем и потихонечку начинаем отпускать. И ловим. Напрягай. Вертикаль. Держи, не отпускай. Ловим вертикаль. Вот. Он у нас вертикально ровно встает. Плавно, аккуратно. Подаем. Да. Когда фал кончается, у нас в руках остается веревка, за которой мы также стравливаем всю эту конструкцию вверх. Все отлично. Так, подожди, не открывай. Значит, вот она стоит, вся полностью надутая. Звенит, это хорошо. Два мотора дают расход. Грузиков, конечно, у нас сейчас мало. Но грузики вы должны класть, где максимально изгибается? Вот здесь. Нет, максимальный изгиб вот здесь, на короче. Вот видите, она как-то вот подкачивается. На петлях изгиба нет, а вот в противоположных сторонах. На крыльях, короче. Да, на крыльях. На крайних точек крыльев. Сюда как раз мы вам красные метки такие сделаем. Сюда надо положить по мешку, по 50 килограмм хотя бы, да? По мешку грузов. Ну и сюда тоже по 25. Ну и по 25, да. Короче говоря, грузики для надежности надо распределить. И все будет отлично. Да, мы не говорили об этой штанге. Но мы когда сдуем, покажем, как ее надо соединять. Ну вот, примерно так. Итак, покажем, как она у нас уходит, как мы складываем ее. Ага. Александр! Леонидович, давай, открывай. Нет, ты сначала отключи двигатель. Да. Молнию раньше выключения моторов нельзя? Туда. Нет, камера туда. Ага. Вот пошло сложение. То есть мы своим усилием, то есть мы тянем за веревку, и мы выкачиваем воздух из конструкции. Да, поэтому у нас она точно вертикально опускается вниз. Ага. Вот, молния, Санкач, на молнию направь. Сейчас здесь красиво складывается. Ага, так, на молнию. Вот. Теперь молнию надо немножко больше расстегнуть, чтобы воздух сильнее ходил. Александр Леонидович, молнию открывай. Стоп, много. Вот столько. Ну, хорошо. Вот так. И продолжаем. И также мы этим фалом ее и в центр складываем. Вниз. Да. Ну вот и все, аккуратненько складываем, да.
сейчас вам... Сейчас тут упрется вам в голову все. Ну, это я понимаю, я присяду. Ну, ну можно молнию... Открывай! Да. Молния открывается и все проседает. Выходите. Отлично. И вот мы как раз видим вот этот вот. Так, теперь вот как ком эти штуки снимаются, внимаются. Да. Да, как вынимаются распорки? Значит, в одну сторону до конца раз, потом чуть-чуть в другую сторону, и они вынимаются полностью. Хорошо, вынимаются. Давай еще в обратном порядке покажем, как она складывается. Вся конструкция. А. Ложи туда, внутрь, вдоль. Сейчас я пока нет, зачем? Выйду. Вот там выложил. Мотор снимаю. Секундочку. Может, моторы не снимаете? Моторы не снимаете? Вы же все складываете вовнутрь. Зачем мотор снимать? Мотор оттуда снимать. Вот сложить с моторами можно? Для транспортировочный вариант мы в разные места кладем, да? Да, мы сверху. Ага. Ну да. Вот вторая распорка. А если они ее транспортируют куда-то рядом, не на поезде, то они с моторами могут выбрать. Отдельно вынимают. Хорошо. Да. Тогда для моторов, не знаю, коробки что ли им положить сюда. Коробки приготовлены. Мотор, коробки. Отлично, отлично. Хорошо, ребята. Это 200-е, у них 500 кубических метров в час. Расход и давление 500 паскалей. А кто-то сумочку-то принес, чтобы мы прям при них сложили? Конечно, сейчас. Будь добр, принеси сумочку, девочек. Не, сумочки. И коробочки, и сумочки. Две коробки. Это не оставляем, Верёв? Оставляем, конечно. Это в комплект. Если у них очень сильный ветер, то добрые молодцы по бокам еще так, придерживают. Тогда, стоп. А тогда надо на остальные навязать? Навяжем, конечно, сейчас. А что мы навяжем-то? Я больше не брал. Все возьмем, все сейчас навяжем. А. Так, грузы мы, естественно, вынимаем. Иначе мы не сможем это все поднять. Ну да. У нас это свинцовые грузы. У вас, конечно, будут из песка, чтобы на свинец не тратиться. Ну, мешочки будут. По идее, конечно, вместо мешочков, если ветер не сильный, то могут зайти туда добрые молодцы, 4 человека, даже двоих бы хватило, ну, троих. Да. Все, и они бы замечательно, оперативно бы вместо грузов бы там сработали. Вот он сейчас собирает грузы. Юр, ты что-то там закопался, рассказывай, что у тебя происходит. Много. Нам интересно. Я же грузы вынимаю. А, давай, Леночка, помогай. Все, грузы все вынуты. Вот. Теперь это все аккуратно складывается в серединку. Равномерно. Эти надо. Угу. Надо. Вот. Фалы тоже вовнутрь. Фалы тоже вовнутрь. Кладутся. Железки тоже вовнутрь. Угу. Железки покрыты пластиком, термоусадкой. Давай сюда, Александр. Здесь зарядной. Так. Ты что, зарядная? Она вся зарядная. Подожди, Андрюша, не мешай, подожди. Так, подготовили, да? Подготовили. Теперь это все складывается пополам. Так. Подожди, а мотор-то надо поставить? Мотор потом. Ага, отлично. Отлично. Все, моторы. И складывается в специальную сумку. А моторы складываются в сумку? Моторы. А моторы туда не заходят между ними? Зайдут. Зайдут? Супер. Так, берем, складываем моторы. Вот, красиво смотришься, надо тебя сфотографировать. Ну, взгляни на нас, взгляни. Коль! Забрать. Все,
Все замечательно. А с другой, стороны. Вот это компоновка, вот это продумано. Это прямо жемчужная раковина. Убирает. И с другой стороны мы сейчас вентиляторы положим. Не получится. Чтоб фотончик. А с той стороны можно? Да. Сумочка. Отлично. И теперь одеваем чехол. Сейчас мы покажем момент упаковки. Поехали. Вот эта ракушка у нас раскладывается. Берется и ставится прямо в центр. Центр чехла. Убирается. Толя, иди сюда, взяли, понесли. Аккуратненько взялись и понесли. В какую сторону? Да просто так. Вперед. Все взяли.